Сейчас, когда до Евровидения остаются считанные дни, представители разных стран начали активный пиар. Турчанка Хадисе решила не отставать и приготовила свою песню на суд кишиневцев. Мы на последнем отрывке перед финишной прямой конкурса Евровидения. И в это время некоторые из тех, кто поднимутся на сцену в Олимпийском, не ждут, что удача упадет к ним с небес, а ведут активные пиар-кампании в странах Европы. Ну и не обошли и нас. Хадисе из Турции прилетела в Кишинев. Дум, тек-тек – единственные три турецких слова в этой песне. В них нет особого смысла, это всего лишь ритм. Когда пытаешься объяснить что-то в музыке, то, как правило, говоришь «бей в ритме, дум, тек-тек». Если речь идет о Евровидении, Нелли не смогла не приехать и даже готова продемонстрировать знания турецкого. Мой английский очень плох, турецкий еще хуже, но я приготовила речь на этом языке. Надеюсь, смеяться не будете. Бусене Евровизион, ярышмасында Молдова'yı temsil ediyorum. Türkiye'ye başarılar dilerim. Они спели лайв. Первая выступила Хадисе, отдадим гостям первенство. Это было только начало, а настоящая тусовка прошла в клубе. Она когда поет, хочется танцевать, хочется радоваться, она возьмет первое место. Эта песня самая лучшая для европейского конкурса. Хадисе «Дум тек-тек». Она красива и владеет сценическим мастерством. У нее есть все шансы. Для меня очень важно, находясь в стране, в которой я не выпустила ни одной песни, узнать, что меня знают. Хороша турчанка, стоит признать. Да и сама она готова предоставить три мотива для победы на Евровидении. First of all, the song is really energetic and it makes people smile. It's about love. В первую очередь, песня очень энергичная, благоприятная для веселья. Она о любви. Во-вторых, я думаю, что пришло время, чтобы и молодые выиграли, так как мне всего лишь 23 года. И надеюсь, что люди дадут мне этот шанс. В-третьих, кто бы не хотел, чтобы Евровидение в следующем году было в Стамбуле. Это красивый город, который стоит увидеть. Вот вам три причины. Стамбул – это красивый город, так что три причины. Here you go.